Всем приветики. Как в Adobe Audition отредактировать отдельно левый или правый канал? Ведь когда мы выделяем что-то, то мы выделяем сразу два канала. Если, например, нам надо где-то что-то отредактировать, то мы сразу на двух каналах отредактируем. А чтобы только на одном, то мы переходим вот сюда. Есть такая вот кнопочка L или R. И на ней написано переключатель, состояние канала, включение канала левый, включен либо выключен. Нажимаем, и он становится серым, то есть выключен. И мы редактируем только правый канал. Вот, например, нам надо удалить вот здесь вот фрагмент звука. Выделяем, нажимаем тишина, и все. Здесь звук полностью удаляется. Потом выключаем правый, включаем левый, и, допустим, удаляем здесь вот звук. Тоже тишина, все. Потом включаем правый, и в итоге мы отредактировали один на левый, один на правый. И можем. А сейчас можем редактировать оба канала. Вот. Как-то так это делается. Ну и там все. Всем покедово.